Ребятушки, я скипятил туалет бомж! Поделитесь лайком за 3 секунды, и тогда я смогу стать супермощным титаном! 1, 2, 3! О, погоди, братишка, я вижу то, что они поставили лайк! О, наше превращение начинается! О, спасибо вам большое, ребятушки! Вы самые лучшие! Ну что же, друзьяшки, я вас приветствую! С вами, как всегда, я, Жабка, и, конечно же, мой любимый строитель Натор. Всем здорово! Ну и сегодня у нас будет эпичнейший видеоролик. Новенький эксперимент, как вы могли уже догадаться по названию ролика. Все новые скибиди-туалеты, камерамены, ну и даже Титан ТВ-вумен попытаются выжить от удара поезда. Мы для вас подготовили 15 универсальных мутантов. От самого маленького до самого огромного Титана. В списке у нас есть вот такой вот скибиди-туалет Пила, новый Вантузмен, Камера-вумен, Спикер-вумен, ТВ-вумен, скибиди-туалет Сиреноголовый, многоканальная ТВ-вумен, скибиди-туалет Влад А4, тоже новый универсальный скибиди-туалет. Чисто был сделан на коленке, моим строителем. Но выглядит он, конечно, вообще очень упорото. Вы только взгляните на его рожицу. Вот такая вот поломанная большая колонка, да и не только поломанная, еще и зараженная. Вот такая вот летающая колоночка, глава-мафиозник, ТВ-мен, ну и ТВ-вумен. Конечно же, титаны. По моему мнению, выживут, скорее всего, титаны. Возможно, маленькие их версии. Правда, почему-то, кстати, тут ТВ-мена нету маленького. А ну-ка, дружище, может, заспавнишь его? Почему бы и нет? Если тут маленькая ТВ-вумен есть, то и маленький ТВ-мен должен быть. Вот он, красавчик. Ну и он тоже попытается выдержать удар поезда. И это получается, кстати, уже не 15 мутантов, а целых 16. Во-первых, не 16, а 15, потому что я заменил мутанта. А во-вторых, да, ребятушки, досматривайте этот ролик до конца. Потому что он, конечно же, будет очень интересным. Но мой строитель продолжает, к сожалению, болеть, поэтому напишите в комменты, чтобы он выздоравливал. Ну а наш эксперимент начинается. Ну и малыш Пила. Он у нас, конечно же, к сожалению, хотел сказать, уничтожается, но он выживает. Ну а ты как думал, он же малыш Пила. Вот такой вот Вантузмен. Наш поезд потихонечку подъезжает. Ну и мне кажется то, что он выживет, потому что этот Вантузмен лагучий. А хотя, как мы видим, нет. Этот Вантузмен у нас уничтожается. Вообще-то выживает. Выживает? Да его сущность вообще-то уничтожена же. Нет, посмотри на его тело. А, оно просто так лежит, я понял. Ну слушайте, да, друзьяшки, значит, этот Вантузмен у нас выживает. Красавчик вообще. Может, еще один разочек? Ну давай. 1, 2. Ну и как мы видим, он походу выживает, да? Ну да, он выжил. Вантузмен у нас молодец. ТВ-менчик. Да, вот такой вот ТВ-мен. И он у нас походу выживает. Вот это сальтушки он только что сделал. Подожди, чего? Он бомбанул. Офигеть, он да, бомбанул. Это было слишком эпично. Ну и, к сожалению, наш ТВ-менчик, как мы видим, не выживает. Хотя давай еще одну попыточку. Ну, слушайте, да. Так. Ему вообще ничего не помогает. Так и так уничтожается. Да у них все телики, знаешь, с Алиэкспресса. Поэтому они и уничтожаются, что ли? Ну да. Ну а тут у нас уже спикер-вумен. А это значит не телевизор, а, конечно же, колоночка. И, друзьяшки, она должна выжить. Давай, выживай! Но, как мы видим, ее сущность была уничтожена. Да уж, уж очень сильно она прям эпично бомбанула. Давай еще один разок. Ну-ка, выживет или нет? Опа, давай, спикер-вумен, выживай! Ай, как же так? Она у нас тоже уничтожается, вслед за ТВ-меном. Но, надеюсь, хотя бы с ТВ-вумен такого не будет. А мне кажется, то же самое будет.
Ну, посмотрим. 1, 2 и... Почему это так происходит? Ну, я ж тебе говорил, у них телеки и колонки с Алиэкспресса. Так еще и TV Woman — это старое поколение. Ну да, как мы видим, эти построечки у нас тоже уничтожаются. И не выживают от удара поезда. Хотя ты можешь еще один разочек поехать. И... Ой-ой-ой, мимо. Было слишком мимо. Но еще один разочек, и наша TV Woman окончательно уничтожается. Причем на маленькие детальки. А сейчас она вовсе исчезла. Но нет, она у нас не выживает. Деревянный вот такой вот скибиди туалет сиреноголовый. Он у нас буквально сделан из дерева, поэтому он у нас... Подожди, выживает? Серьезно? Почему TV-мен, TV-вумен, спикер-вумен, очень сильные персонажи, уничтожились от поезда? Но вот это просто деревянный кусок дерева просто выжил как? Да я сам в шоке, деревяшка еще и выжила! Давай еще один разочек, что это за беспредел вообще? О, вижу, ты переспавнился, давай еще один разочек, и наш сиреноголовый скибиди-туалет вновь выживает. Что это вообще за прикол такой? Почему он выживает? Ну как? Ну ладно, значит, этот скибидист, универсальный фанмейт, выживает. Многоканальная TV Woman. Вот такая вот красоточка, многоканальная. Ну или же многотелевизорная. Наш поезд уже едет и... Воу, слушай, ничего себе красота, кстати, была. И она выживает. Что? Ну вот, особенная, значит. Ну, можно тогда еще один разочек. Давай, прямо на поезд. Может, все же уничтожишься? Воу! Сальтушка, сальтушка, и наша... Ой-ой-ой. Она уничтожилась. Видишь, из нее даже плазма вытекает. Жалко ее, блин. Давай еще один разочек, тогда уж финальный. И... О, что? 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 Что это вообще за материя только что была? Ну, плазма. Поглотила плазма эту многоканальную TV Woman, что ли? Ну да, она была у нее внутри, и в итоге она вытекла и поработила, можно сказать. Ну а если без плазмы, то эта TV Woman у нас выживает. Так, давай финальный разочек и... Нет, все же она у нас уничтожается. На маленькие-маленькие детальки. Влад А4! Конечно же, в роли скибиди-туалета. И он у нас промахнулся, неуклюжий. Неуклюжий скибиди-туалет. И что, ты хочешь сказать то, что этот Влад А4 у нас уничтожился? Кстати, взгляни на его рожицу. Капец, она угарная. Это я по утрам или когда ночью мне жаб говорит, пора снимать. Чисто такой подуставший Влад А4. Ну ладно, значит, он у нас, к сожалению, не выжил. Поломанная бедная большая колоночка. Уже поезд ее сбивает, но выживает. Этот спикермен у нас выжил? Нет! Почему? Почему он взорвался? Вторая попытка! О, сальтушка, сальтушка, давай, 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 выживи! Главное, нормально упади! Нет, прям на колонку! И снова он у нас бомбанул. У него колонка в космос улетела. Прямо в космос? Да. А, ну кстати, я вижу, вижу, как она падает. Друзьяшки, давайте наблюдать за колонкой. О, она растворилась аж. Опа, все, упала. Ну и наша большая колоночка не выживает. На очереди у нас летающая спикер-колонка. Подожди, я походу понял то, что ты хочешь сделать. Не надо улетать от поезда! Нет, куда ты полетел? Приземлись! Видимо, не хочет эта колонка у нас выживать от поезда. Хотя сейчас она упадет и уничтожится! Воу! Но не-не-не, давай ставь! Против поезда! Полетела наша колоночка на поезд. И наша колоночка, еще один разочек скажу, уничтожилась. Вот интересно, почему сиреноголовый деревянный выдержал, но деревянная плюс железная колонка летающая не выдержала? Знаешь почему? Потому что в этой колонке внутри нету места. А, ты про соотношение плотности понял. Типа сиреноголовый намного плотнее, чем колонка, да?
Ну да-да-да, поэтому эта колоночка у нас и не выжила. Мафиозник! Или же глава мафии! О-о-о, скибидист! Как же так? Ты нас подвел! Ой-ой-ой-ой-ой! Ну и еще одна попыточка? Нет! Этот скибидист у нас все равно уничтожается! Почему так происходит? Все! Просто поезд не дал ему вообще шанс, ну просто в ноль. Понимаешь, сам по себе мафиозник слабый. Ты помнишь, как в сериале он уничтожался вообще от хлопка? Ну, лох. Титанчик тебе, мэн. Очень мой любименький. Да-да-да, один из самых любимых персонажей. И неужели поезд ему вообще ничего не сделал? Ну конечно, это же Титан, что он ему сделает? Ну конечно, ничего не сделает. Я просто думал, ты как всегда возьмешь и вот так вот уничтожишься по приколу. Но этого не произошло. Давай еще один разочек, может и вправду сломается просто так. Не, ну это ты сам сделал. Это ты сам сделал. На самом деле его невозможно пробить. А что его пробивает? Титан Камерамен 2.0, ну или нож как в сериале. Ну в общем-то я понял, все самые мощные титаны могут его уничтожить, а вот поезд его не уничтожил. Красоточка Титан Тиви Вумен! Ну или же просто-напросто многоканальный Титан Тиви Вумен. 1, 2... Ой-ой-ой, подожди, нога уничтожилась и ты сам по себе уничтожился, опять читеришь что ли? Ну а если без шуток, я сейчас реально не читерил. Мне почему-то показалось то, что ты нажал клавишу и она уничтожилась. Но слушайте, нет, это выглядит, как будто и вправду поезд ее ломает. Чисто залагивает и уничтожает. А почему такое происходит? Наверное, я ее не сделал суперсильной. Но по факту она реально вумен, поэтому она ломается быстрее. Ну, кстати, по факту, девочки должны быть слабее, чем мальчики. Поэтому она, конечно же, к сожалению, уничтожилась. Ну а в сегодняшнем выпуске у нас выживает, конечно же, малыш Пила, Вантуз Мэн, универсальный сиреноголовый Скибиди Туалет, ну и наш Титан Тиви Мэн. Ну и мой строитель, как всегда, показывает мистера Жабку в унитазе. Вот ты, конечно, маленький гаденыш. Ну все, Жук, надаю тебе люлей. Ну а я, конечно же, надеюсь, то, что вам понравился данный выпуск, вы поставили лайк. Подписались на канал, ну и написали топовый коммент. Ну а с вами был я, Жабка, и мой строитель Натор. Всем удачи, ну и конечно же, пока-пока.